Предположительно, вот на этом самом месте были обнаружены тела Димы Сироткина и Саши Кирилличева. Они обнялись, уснули и замерзли насмерть. У следствия отсутствуют данные, которые могли бы указывать на насильственный характер смерти детей. Мы можем достоверно заявлять о том, что дети планировали этот поход. Мы отправились в санаторий Ройка, в Зеленый город, чтобы пройти путь побега, совершенный мальчиками. Примерно вот было, ну там, 10-12 часов максимум для того, чтобы их найти живыми. Главный вопрос заключается не в том, почему они сбежали, а почему их не нашли.